Каменском районе на сегодняшний день более 500 одиноко проживающих пенсионеров. Половине из них продукты и лекарства доставляют работники соцпомощи. Остальных под свою опеку взяли волонтеры. У Ольги Чебаны села Подойма собственных детей нет. Рассказывает, сахарным диабетом и гипертонией страдает более 20 лет. С введением карантина старается из дома не выходить. Мы как больные, мы не имеем права выйти. И как я в зоне риска, я боюсь за свою жизнь. И поэтому я прошу, чтобы мне принесли продукты хоть раз в неделю. Чтобы не заразились мы, чтобы не заразили кого-то. Пусть все соблюдают то, что надо соблюдать, что просит нас медицина и президент. По словам волонтеров, чаще всего заказывают хлеб, сахар, крупы, молочные продукты и, конечно же, лекарства. Многие пенсионеры просят купить защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства. С начала месяца на горячую линию уже обратилось около 50 человек. На сегодняшний день на призыв поработать с волонтерами откликнулось около 30 человек. В большинстве населенных пунктов района уже есть по несколько молодых людей, которые готовы принимать заказы и обеспечить пенсионеров продуктами и медикаментами. Мы будем стараться уделить внимание всем, кому нужна наша помощь. Чтобы обезопасить пожилых людей от заражения коронавирусом, все волонтеры в масках и перчатках. Дезинфицирующим раствором обрабатывают и все покупки из магазина и аптеки.